Новочебоксарске прошло первенство республики по легкой атлетике среди детей с нарушениями здоровья. Традиционный турнир собрал сильных духом и крепких телом. У каждого своя история и судьба, но всех их объединяет сила духа и желание добиться результата, несмотря ни на что. Общеизвестно, что спорт сам по себе – это уже нелегкий труд, а для не очень здоровых детей – вдвойне. Но именно они доказывают, что при желании можно и горы свернуть. Ребята наши становились призерами и чемпионами России. Ну, учащиеся нашей школы становились даже олимпийскими чемпионами. Вот Елена Иванова, она становилась олимпийской чемпионкой, она училась у нас в школе. Азы начальные спорта получала у нас. Бег на 60 и 200 метров, толкание ядра. На все это требуется немалые усилия. Ребята выкладывались не хуже олимпийских спортсменов и показали хорошие результаты. Анна Рыбалкина дружит со спортом уже 5 лет и уже участвует в соревнованиях. Мой самый лучший результат – это 1500 метров за 6 минут. Эти соревнования происходили в городе Салават. Другие только начинают, но заявляют о себе смело. Большинство участников занимаются спортом для удовольствия и для здоровья. Но некоторые готовы представить республику на всероссийском и международном уровне. Прецеденты уже есть. Александр Соловьев, Игорь Зверев, Республика.